То ли ночь черна от Москва-реки, то ли князя загонят его враги. И понять, если не убиться, и бессмысленно надо торопиться. Мертвый выше живого, пока тот жив. Мертвый видит и чувствует все острее. Мертвый вхож туда, где рожают шив. Мертвый был, к примеру, апостол Андрей. Можно запросто заблудиться, но не следует торопиться. Не спеши туда, где всегда заря. Не спеши туда, где творится жизнь. Не спеши пришедшего в мир царя. Не вмещает здешний земной фашизм. Подожди, постой, оглянись, замри. Будет время еще и еще, цари. Будет жизнь лететь, как жар-птица. Но не следует торопиться. Будет думаться, будто снится. Но не следует торопиться. Можно запросто заблудиться. Но не следует торопиться. Thank you.
подняли бы повыше революционные рукава и притопить под люку в помойной яме в вибритном ведре, чтоб хлебнул с избытком. Хотя какой там избыток может быть для подобного упыря? Всех бы их с их сраным богом перестрелять, чтоб остальные был ров. И перевешали, и перестреляли. Спасибо, друзья, на этом все. Алексей Рафиев, Сергей Летов, Рада Анчевская, Сергей Жариков. Мы первый раз вместе играли. Вот, Ильич, Андрей Сучилов. Спасибо еще раз за ваши поздравления, внимание и все такое. Мы ждем вас на следующих раз. Друзья, а теперь давайте все дружно скажем Лешу Борисову. С днем рождения! Да, и Рафиев пришел.